Всем привет, добро пожаловать на SkyWars, мы начинаем игру. Не помню, какая это серия, но уже много серий облутаемся, берем железный шмелем, то есть золотой. Так, меч мне не нужен. Так, тут лутаем. Штаны, удочка, ну и еду, блоки, да. Алмазики, да, великолепно. Хорошо, когда алмазики рядом, это очень великолепно. Так, заберемся на повыше, повыше. Так, никто ко мне простаться не хочет, я нарублю дерево, сделаю палочки. Сделаю алмазный меч, и вот я уже вооружен. Великолепный план у меня, да. Может быть, так, курочка напугала меня. Давайте железка соберем, нам хотя бы на нагрудник собрать бы. Так, раз, два, три. Ну и четвертый кусочек, да? Четвертый, есть пятый? Нет, дерьмо. Это дерьмово. Это очень дерьмово. Так, это очень дерьмово. Так, никто не хочет ко мне простроиться. Так, чувак поверху уже простроился. Идем к меду. Давайте-ка тоже к нему на остров пойдем. Дабы не терять времени. Сейчас вам покажу тактику тогда, когда надо идти на мид и просто кемперить жестко. Так, окей, так, он облутал, разумеется, сундуки, что я за дурак, смотрю тут. Хотя есть такие, которые не лутают, на самом деле. Ой, и чуть не упал, ребят, да, так, сзади надо это. Нет, я думал, он снизу, мне показалось, я его ник увидел. Ладно, показалось, это показалось, это лишь показалось, ребят. Так, покушаем, покушаем, кушать-то хочется. Так, порастроимся или нет, давайте-ка за собой уберем немножко, а то вдруг какой-нибудь идиот придет с соседнего острова и решит меня убить. Да, а я бац, и такой бац, и бац, и тут. Да, так, давайте-ка прыгнем. Так, о, эндерперл есть, великолепно, я могу долететь до туда, но вдруг он мне пригодится, поэтому я достроюсь лучше так. От зомби подальше забраться, вот так вот. Нормально. Так, а у нас всего 4 железка. Ну да и сдохните, иди ты нафиг отсюда, пошел вон, сервер завис опять, мать его. Ублюдок, мать твою. А, отвис, отвис что ли? Отвис сервер? Да, отвис. Ну тогда сдохни, чувак, сдохни, извини, зомбарь, у тебя дроп. Ой, там алмазные что труселя были. А, блин, да отвалите, пошли в жопу. У меня сервер завис, сервер завис, сервер завис, не вовремя, сука. Что за дерьмо? Почему сервер виснет так не вовремя? Что за говно вообще? Что с этим мейнплексом не так? Давайте-ка прокопаем небольшую тут ямочку. Ямочку. Просто давайте-ка в ней посидим. Вдруг меня кто-нибудь с лука будет шмалять. Я такой бац, заныкался. С их стороны это выглядит так, как будто я реально двигаюсь, как будто я не завис, а у меня я завис. Вот так вот, да. Один раз просто я завис, и, ну, знаете, с другом играл, когда он мне говорил. О, да, он мне говорил, куда бить, я бил туда, и, короче, я так одного чувака убил. Но это уже другая история. Так, ботиночки, давайте, когда туда я прыгать не хочу, я же не паркур-мастер прямо сейчас. Так, о, нагрудник, да. У меня же нет нагрудника и ботиночков как раз-таки. Так, я же где-то тут видел алмазные штаны. Тут были? Да, вот они мои сладенькие. И алмазный топорик еще возьмем. Так, вот она наша база сопротивления, не знаю, как сказать. Да, я просто «Звездных войнов» посмотрел 7-ю часть, кстати, фильм классный. Но спойлерить не буду. Да, ну он прикольный. Ну прикольный, но, блин, не то, чего я ожидал на самом деле. Ну ладно. Так, поубиваем зомбарей. Сейчас не будем давайте об этом, сейчас этот слишком много. О, нагрудничек алмазненький. Пошел вон. Так, давайте-ка заберемся на нашу базу, где мы там обустроили. Я просто кемперю на меду. Прям как в КС-ке, только в Майнкрафте, да. Алмазный нагрудник, на самом деле, это очень круто. У меня всего 1,5 пункта брони не хватает, чтобы полностью одеться. Там вижу чувака, но у меня нету лука, чтобы его сбить, поэтому осталось 8 человек, и да. В общем, буду ждать, я буду ждать, тупо буду ждать, потому что делать мне больше нечего. Может, я зомби перекину, зомби убей его, а? Так, хоть бы меня зомби не убили. Ну, блин, что-то делать нечего. Ну, давайте-ка тентишку возьмем, да, 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 пойдемте-ка. Наверх, обратно в свое логово. Нет, не в логово. Давайте-ка убьем этого чувака. Где он? Он пропал. Окей. Как-то странно, да? Да, я когда это... Сервак завис, блин, я походу тентишку кинул, две штуки. Ладно, обосраться, как сервак виснет. Майнплекс, я вас ненавижу только за это. Ваш сервер, на самом деле, хороший, да? Но только из-за этого дерьма. Я ненавижу ваш сервер. Да, даже морковка не кушается. Великолепно. Не знаю, что делать в такие моменты. Даже поговорить не о чем. Ну, как бы не о чем. Ну, как бы там надо в КС-ке монтировать много. Ну, короче, ребят, это дерьмовый такой, знаете, процесс, который мне нравится. Но, блин, мне лень это делать. У меня времени вообще нету. Новый год, новогоднее настроение. Кстати, есть новогоднее настроение. У меня в городе есть снег.
У вас нету, сука, поняли, да? У меня есть снег в городе, это круто. Компас не работает, ладно. Короче, у меня есть снег, о, отвис. У меня есть снег, да. Может быть, даже фоточку. Завтра, не знаю, когда. Там чувак какой-то. Да, блин, у меня нет ни тентишка, нет, ничего. Так, ой, тут чувак какой-то, блин, чувак. Чувак, иди стать, интити. Ах ты ж, как, что ты мяч-то выбросил, а? Неинтересно так с тобой играть. Вот он выбросил мяч, даже мне неинтересно было его убивать. Так, тентишку, давайте облутаем. Да, блин, долбанные золотые штаны, которые взялись у меня в инвентаре. Давайте мяч зачарим. Небесная кара, блин, ну, конечно, как раз на зомбаре подействует, да. Убейся. Окей, давайте-ка штаны выкинь. Ясно. Ясно, просто, знаете, ясно. Давайте-ка вот этот шлем подберем, если мы не подберем его. Не, да, давайте-ка выкинем, чтобы, если что, подлагало. Мы его подобрали. Ну, короче, насрать на этот шлем. Пошел он в жопу. В общем, ребят, снег у меня в городе есть, много снега, и идите ко мне и чистите его, чтобы хоть где-то у вас был снег, да. Потому что, капец, его много. О, отвисло. Ай, как так? Просто три сердечка осталось, три сердечка, и капец, капец, как так? Как так? Четыре человека уже осталось, пока я лагал. Это чертовски неприятно. Это обидно, но как бы мне насрать. Там чувак строится, у меня лука нет, зато тебе... Нет, не докину же. А, нет, докину, смотрите. Давайте-ка пониже возьмем. Оу, оу, тайминги. Окей. Три яйца спавна. Так, я не могу спавнить, потому что я майнер. Класс, лайк. За видосик поставь лайк. Сейчас, так, так, так. Никто не строится ко мне, не хочет увидеть меня. Так, где он? Я опять просрал чуп. Мы вдвоем остались. Найс, мне дали помощь. Да, классно. Так, давайте-ка зомби, чтоб не прошел. Так, а где чувак? А, где чувак? Он снизу бегает. Окей. Чувак, зачем там, что ты там делаешь, а? Давайте-ка ему яйца дадим. Вдруг он этот, вдруг он броулер, не помню класс как называется, но чтобы он яйцами смог этими кидаться. Давайте-ка ему в кинтиш. Что? Долбанный гриб! Долбанный... Ай, блин! Классно я ему яйца скинул, да? Пацаны вообще классно, или не пацаны, может быть дамы смотрят. Хотя это дерьмо какое-то, не состыковочки какие-то есть, но это не важно. Ну, чувак, давай забирайся ко мне, мы будем драться. Так, я пока косточки выкину. Жду, пока облутается. Облутается. Облуталось. Так, и по компасу 13 блоков. Я его вижу, да. Ты чувак, ты дурашка. Сдохни. Все, до свидания. Короче, он начался... Ладно, всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Да, Mainplex. Skywars.